Летом этого года Шымкентский нефтеперерабатывающий завод планирует выпустить первую партию бензина экологического стандарта Евро-4 и Евро-5. На заводе говорят, что после завершения первого этапа модернизации производство высокооктановых бензинов вырастет на 460 тысяч тонн в год, а авиатопливо на 27 тысяч тонн. В год предприятие намерено перерабатывать до 6 миллионов тонн продукции. Объемы значительно вырастут.